на любовь, на 6. 103 года жизни. Не-не-не, я буду до 105, не угадали. Вот так вот здесь. Мальчика, на мальчика брат нужна. Так вот. Цыгане. Пляжи и с песочком уже. Ну что, девушка, когда я мальчика ждать? А? Что? Никогда. Девочку ж не угадала она, что ли? Никого. Она даже и отгадывать не умеет. Разводняк. Что смотри? Здесь такие горы. Летом, вот сюда мы, Юля, приезжали, купались, когда на экскурсию ездили, а здесь купались на пляже, на этом. Красиво, конечно, горы. Солнце сегодня, смотрите, какое яркое, прям все тает. Два дня будет такой жары, как обещают нам. И сейчас мы куда-то поедем, вон туда, в горы. Почем мандарины-то? Почем? 50 вот такой мешок. За 200 рублей, да. Такой мешок. Ну да, хоть одну-то вообще. Почистите, покажите. Попробуйте, пожалуйста. Оно мега сладкое. Мега сладкое? Да. А сколько стоит веничек? Веники по 50, ну там сколько лежит? 3 за 100 веник. В бане парят. Баню. Баню. Не только в баню. У кого-то горло болит. Возьми один веник. В баню попаримся. Пока все там пробует венцо и покупает вино, мы ходим, снимаем красоту. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Вот это виды. Вот где надо дачу покупать, строить. Абхазия. Чистое море. Идеально. Виды, красота какая. Привет, друзья! Доброго дня с этого прекрасного моря из Абхазии. Так что прекрасный день, солнышко светит, все супер, но холодно. Смотрите, красота какая. Да? Сейчас поедем на озеро Риц. Юля, скажи, куда мы сейчас поедем? Не знаю. Куда скажет, туда и поедем. Круто. Вот так вот.